поздравляю сам себя со сдачей на права. Меня тут встречал команда из Украины, Костя. Костя из Украины. Я только это вышел, а тут уже: «Эй, Дима, куда ты пошел? Congratulations!» Все поздравляют. Вот. Аня пошла сдавать. Сейчас мы еще одного человека узнаем, как он сдал на правах. Правильно. Костя переживает. Жена. Кто-то должен в семье ездить с нормальными правами. Так, вот еще покажу. Нюанс один. Я побежал сразу в очередь становиться вот туда. Как обычно входим. Но когда у вас есть appointment, туда уже не надо, в принципе, на driver license. Поэтому приходите сразу во второе окошечко, становитесь. Вот. И машину пока на стояночке где-нибудь ставите. Потому что тут такой нюанс есть. О, расскажу про нюанс. Вот, расскажу про нюанс. Значит, некоторые заезжают, сразу ставят машину. Вот с левой стороны стоит Honda. И человек пошел подаваться там где-то в окошечко. То вот эти экзаменаторы, вот ходит экзаменатор, они заходят и кричат: кто поставил машину, кто следующий. Вот. Короче, вы ему спортите, как бы, знаете, он покричит на вас, поругается, и потом может не очень хорошо к вам отнестись. Очень строго, скажем так. В общем-то, вот так оно все и происходит. То есть машина, вон моя машина стоит, вон на стояночке. То есть оставляю машину там, чтобы не нервировать. Иду во второе окошечко. Значит, там меня зарегистрировали. И она говорит: подъезжайте вот в эту линию. Когда вы подъедете уже оттуда, с той стороны сюда, на вот эту линию, на этой линии из машины лучше не выходить, потому что они опять же возмущаются. Говорят, кто оставил машину, кто покинул машину. В общем-то, дайте задел такой, сделайте плохих отношений. И вот, чтоб потом будет чуть построже. Вот, а потом сидите в машине, он показывает: подъезжайте, подъезжайте. И здесь уже проверяю, значит. То, что у меня получилось, камера моя, встроенная сзади с пульта, что-то не включилась, и видео я не заснял. Ладно, жена будет сдавать, я сниму видео еще, когда жена будет, попытаюсь все-таки заснять, как это происходит. Ошибочек я сделал довольно много, 9 ошибок, но это проходит, все, он сказал, все, вы сдали. Вот, ездил тоже так, скажу вам. По времени недолго, но объездил маленькие переулки. В маленьких переулках право-лево стопы. Значит, там у меня, по-моему,
ошибка была возле школы, да, я ехал немножко быстро. Он говорит, 25 скорость, ты должен ехать до 25. А я ехал где-то 30 и потом чуть-чуть притормозил, снизился до 25 примерно. Он говорит, это быстро, надо чуть-чуть даже медленнее ехать. Вот. Ну, может, я сразу, как бы, пока тормозил, то я какое-то время... Он говорит, ты везде немножко быстро ехал. Я вообще сразу, честно говоря, поехал не так, как надо сдавать, да, очень там аккуратно и стараться. Я вообще просто, как я обычно езжу, и снизу одной рукой держал руль. Потом потихоньку ко мне приходит, по мере того, как он говорит, остановитесь, поверните направо, ко мне приходит мысль, что я все-таки сдаю, и я уже двумя руками взялся. Вот. Одна из ошибок еще была на байк-лейн, когда я заехал. То есть, говорит, поверните направо, а там байк-лейн. Значит, я включаю поворот, смещаюсь на байк-лейн, смотрю в зеркало и смещаюсь вправо на байк-лейн. И тут раз... Не тут раз, а я же ехал по этой дороге, я видел, что нет велосипедов. Я в зеркало глянул и сместился. А он говорит, вот это была ошибка, ты должен был посмотреть в зеркало и оглянуться назад. По логике, я же только что ехал по этой дороге с приличной скоростью. То есть, вот нет, надо и оглянуться назад на велосипед. Вот. Потом посмотрю я там еще. Я вам еще сейчас отдельно покажу этот лист с помеченными ошибками. Вот. Поначалу я тоже немножко... со стопами. Я подъехал, глянул право-лево и поехал. Надо все-таки выждать раз, два, три, как бы, чуть-чуть там пару секунд выждать. Я опять же сразу не учел, что я сдаю. И поэтому поехал довольно быстро. Сразу же. Вот. Вот это немножко у меня сразу во время... Только я поехал, буквально первые пару переулков, вот они... Вот они вот здесь вот чуть-чуть за DMV буквально заехал и вправо, тут по частному сектору мы поехали. Вот. И я немножко так, как в обычной, как будто, знаете, друган сел в машину, и мы такие поехали. А потом я так раз, ох, я же на экзамене. Сразу руки по-другому. Вон парень, который со мной у меня принимал. Вот он уходит и снимает видео. Точнее, смотрит, как я снимаю видео. Без одной ошибки. Серьезно, я говорю, были ошибки. Говорит, подожди, ее не снимай. Как это не снимай? Поздравляю жену. Я думала, что я сейчас покажу. Все, поздравляем мы тебя. Это талисман. Это талисман. Да, это мой счастливый талисман. Сори. Видишь, пошла с ребеночком и все. Привет. Пошла с ребеночком. И завалила. Все нормально. Ну, вот так вот наша диаспора сдает. Выскакивают довольные. Счастливые, да? Так а может сразу сдашь и на вождение? Да, конечно, Дима, не надо. А что, села вот сейчас, дядька. Погнали. И погнали. Вот так вот все мы сдаем. И бумажки дают. Счастье переполняет, да? Конечно, я сама счастлива. Скажи, Сашечка, поедемте?